Ивановские полицейские отправились в Ингушетию. Сводный отряд ОМВД региона сменит коллег, которые уже полгода несут там службу. Специалисты уголовного розыска, кинологи, эксперты-криминалисты, представители патрульно-постовой и конвойной служб 6 месяцев будут работать в Северо-Кавказском регионе. Проводить полицейских пришли родственники и друзья. Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Ивановской области Андрей Кульков лично проверил готовность отряда. Основной задачей для полицейских останется помощь местным сотрудникам органов внутренних дел в охране общественного порядка.